Юрик, это ты их сюда притянул? Я посмотрел, где раз доска, не приявка, нет. Там? А здесь что? Сотку, за 40 грамм сотку. Знаешь, где можно джиговать, Клав? На камнях. Там вот на углу. А, там где-то там, где лещай. Я не понимаю. Там? Да, там, блядь, рисовать надо 56 грамм. То есть 56 грамм там отлично работает. Женя там джиговал вот этим эридом 2,92, 14,56. У меня как раз было 55 грамм. Джиговал. Крафт, вот самое оно, понимаешь?